Gigabyte Z390 M-Gaming. Компактная игровая плата с большим для своего форм-фактора количеством фишек. Плата построена на чипсете Intel Z390 с сокетом LGA 1151 версии 2. Такое сочетание предназначено для процессоров Intel 8 и 9 поколений. На ее базе получится собрать компактную игровую или рабочую систему. Форм-фактор MicroATX это позволит. Плата поставляется в фирменной коробке. Вместе с ней можно найти два SATA кабеля для подключения носителей, диск с драйверами и инструкцию пользователя. Взглянув на плату, мы увидим уже ставшее классическим для Gigabyte исполнение из темно-коричневого текстолита со светло-серыми декоративными элементами. Разъемы и порты размещены по периметру для максимально удобного доступа. На лицевой стороне верхней части платы расположен процессорный сокет LGA 1151 версии 2. Рядом с ним 4 слота для оперативной памяти стандарта DDR4. Память на этой плате будет работать в двухканальном режиме. Суммарная поддерживаемая емкость памяти до 128 ГБ. Максимальная поддерживаемая частота работы памяти 4266 МГц. Но память с поддержкой профилей XMP получится разогнать и больше, включив поддержку XMP в BIOS. Два слота дополнительно усилены устойчивыми к излому металлизированными вставками. Подсистема питания процессора и чипсета использует 12-фазную схему питания и оснащена цифровым VRM блоком для оптимизации питания процессора. Для пассивного охлаждения здесь съемный алюминиевый радиатор с дополнительными вырезами и отдельный мини-радиатор для слотов M2. В плату интегрировано два слота PCI Express на 16 линий каждый, один из которых подключен к процессору и усилен по технологии Ultra Durable, и два однополосных слота. Все слоты работают по стандарту PCI Express 3.0. Плата поддерживает технологию Crossfire от AMD. Можно поставить две видеокарты для работы в паре. Также производитель сделал дополнительный M2 слот для интеграции Wi-Fi и Bluetooth модулей, поддерживающих интеловскую технологию CNVI. Для работы с данными предусмотрено два M2 слота для SSD накопителей и 6 SATA коннекторов. Сетевое соединение обеспечивает гигабитный контроллер Intel. Аудиоподсистема основана на чипе Realtek ALC892 с поддержкой многоканального звука. Панель ввода-вывода дополнительно усилена щитком и имеет следующий состав. Комбинированный шестиконтактный разъем PS пополам, по одному DVI и HDMI для работы на встроенном графическом ядре процессора, 6 аудиопортов, сетевой порт, 1 USB порт Type-C, 1 USB 3.0 второго поколения красного цвета и 6 USB 3.0 первого поколения. С охлаждением здесь все в порядке. Получится подключить 3 кулера системного блока и процессорный кулер. А вот любителям моддинга разогнаться будет особо негде. Коннектор для подключения RGB линейки здесь только один. Что у нас получается? Gigabyte Z390 M-Gaming обладает большим для своего форм-фактора набором возможностей. На этой плате получится собрать компактный ПК как для игр, так и для рабочих задач. Отдельно хочется отметить порт Type-C. Он есть не на всякой плате.